На контроле остается одно отключение именно по селу Маянга Быкфатровского муниципального образования. Причина отключения – заиливания скважины на водонапорной башне. Проведены работы по очистке скважины и подготовке к подключению насоса. Решение об окончании работы установки насоса будет принято сегодня, после повторного обследования скважины специалистами подрядной организации. Так, по Маянге вопрос архисерьезный, поэтому как только будет принято решение, что делать дальше, надеемся, что сегодня скважина заработает, сразу предоставить данные.